криптовалютный пузырь скоро лопнет. В этом уверен создатель Dogecoin Джейсон Палмер. По его словам, ситуация на рынке биткоина очень похожа на ту, что случилось с его компанией. То, что сейчас происходит с криптовалютами, когда-то уже произошло с Dogecoin. Только на этот раз проблема куда серьезнее, отметил Палмер в интервью New York Times. В начале сентября биткоин поднялся в своей цене почти до $5000, но на прошлой неделе, после того, как стало известно о закрытии криптовалютных бирж в Китае, опустился ниже $3000. По мнению же Палмера, одной из основных проблем является большое количество неконтролируемых ICO.